Корпус AeroCool Aero Engine RGB представляет собой традиционное решение башенного типа для напольного или настольного размещения. Левая панель у корпуса выполнена из акрила, а правая полностью стальная. Также отметим наличие встроенного карт-ридера для карт SD и microSD. Корпус AeroCool Aero Engine RGB рассчитан на установку системных плат формата ATX, стандартного блока питания ATX длиной до 180 мм, а также видеокарт длиной до 370 мм. В корпусе предусмотрена возможность установки до 8 вентиляторов, 2 сверху, до 3 спереди и 1 сзади. Еще 2 вентилятора можно установить на кожухе блока питания под видеокартой. Корпус поставляется с одним вентилятором, стилизованным под турбинное колесо. Он вмонтирован в переднюю панель, имеет типоразмер 100 мм и индивидуально адресуемую RGB-подсветку. В комплект входит контроллер подсветки, поддерживающий только ручное управление от кнопки на передней панели. Вентиляционные отверстия прикрыты пылевыми фильтрами из пластикового листа. Верхний фильтр удерживается при помощи магнитной рамки. Спереди вместо вентиляторов можно установить радиатор типоразмера 120 мм. Максимальная высота процессорного охладителя составляет 155 мм, что дает определенный простор для выбора производительного кулера. Корпус AeroCool Aero Engine RGB отличается оригинальным внешним видом благодаря вентилятору, стилизованному под турбинное колесо. В нем можно собрать недорогую игровую конфигурацию из комплектующих средних габаритов.